Is it there showing? Purve Gora Chandaya Radhikaya Tadali. Krishnaya Krishna Chaitanya Name Gora Tushe. Vancha Kalpata Vilascha Kapasi Vyeva Cha. Patitandam Pavane Bhyo Vaishnava Bhyo Namo. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shiva Sadi Gaura Bhaktivinoda. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Yes, can you see? Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Итак, в первую очередь я предлагаю пранаму нашему Гуру Деву, Вишну Патри Динди с вами, Шри Бхактивиданта Рамана Госвами Махараджу. Также наши Рупа Ногу Гуру Варги, Бхактивиданта Дасуна Госвами Махараджу. Всем вайшнавам и вайшнаве. Дандавата и пранама. Мы слушаем Брихат Бхагаватамриту. Она подходит к концу. Мы слышали, как Падмавати, мать Камсы, говорила, критиковала цариц Двараки, что им нужно совершать аскезы, чтобы в следующей жизни они бы стали даси радики. Тогда Деваки сказала кое-что о славе Премананды Яшоды. Деваки и Васудева, они так удачливы, что Кришна стал им с их сыном. Но Нанда и Яшода еще более удачливы, потому что они видели все детские лилы Кришны. Шукадев Госвами говорит. Кто же может оценить благую удачу Нанды Бабе? Яшода получила даже еще большую удачу. Она давала свое грудное молоко Кришне. Она его обучала всему. Услышав это все, Рукмини впала в экстаз. Гопи оставили все ради удовлетворения Кришны. То есть натуральным образом у Кришны больше любви по отношению к ним. Есть три типа премы, которые обсуждают Джива Госвами. У Кубджи Саданандрати. Кубджа в прошлой жизни была Ратнавали, дочь Бали Махараджа. Когда она увидела красоту Вамана Дева, желание пришло в ее сердце. Я хочу сына, такого сына. Но затем, когда она увидела, как Бхагаван ведет себя, как он обманул ее отца и украл все царство, так неуважительно относился к ее отцу. На самом деле, это для того, чтобы показать славу Бали Махараджа, который... Но все равно, увидев это поведение, она разозлилась. Сначала она хотела дать ему грудное молоко, но затем она подумала, если бы я имела такого сына, как ты, я бы его отравила. Оба желания исполнились, она пришла как путана. Я не знаю, почему я это рассказываю. По какой-то причине я пошел в эту сторону. Итак, Нанда и Яшода могли видеть все эти лилы. И поэтому они более удачливы, чем Деваки и Васудев. Но Деваки и Васудев они видели на Курукшетре, как Нанда и Яшода, они были подобны океану. Они лишь могли стоять на берегу этого океана и увидеть все бесконечность их премы. Да, Саданандрати, вот о чем мы говорили. Ратнавали.
Кубджа пришла. Ее прошлое рождение было не путано. Там что-то другое случилось. Она была сестрой Равана. Ее Лакшман ее изуродовал, потому что она хотела жениться на Раме. Но у нее не было премы, чтобы служить Раме. У нее было всего лишь желание наслаждаться отношением с Рамачандрой. Это вожделение, это не према. И Лакшман Гуру Татва, он понимал, что настроение неподходящее для Сева Бхагавана, поэтому он обрезал ей нос и уши. Это означает, ну кто женится на девушке без носа и без ушей? И у нее не было отношений ни с кем из мужчин, поэтому это настроение, Лакшман, он защитил это настроение, это вожделенное желание. Она родилась как деформированная горбунья Кубджа. Ну, в общем, никто не хотел ее в Матхуре, поэтому она осталась нетронутой. Когда она увидела красоту Шьямасундара, который вошел в город Матхуры с Баларамой, это желание вошло в ее сердце. Она была Даси Камсой. Но Камса тоже ее не трогал. Она стирала сандаловую пасту, чтобы размещать на теле Камсы, потому что в Матхуре летом очень жарко. Когда Кришна увидел увидел Кубджу с ее сандаловой пасты, он сказал: «О, красавица!» Она стала смотреть по сторонам, никто ее никогда так не называл. Но она увидела красоту Кришны. И Кришна спросил, чья же это сандаловая паста? И Кубджа подумала, кому же мне еще отдать эту пасту, кроме как этому прекрасному парню? Она поместила светлую пасту, сандаловую пасту на темное тело Кришны. Она поместила светлую сандаловую пасту на лоб и на тело Кришны, и эта паста прекрасно контрастировала. А также темный чандан она поместила на тело Баларама. Прикасаясь к Кришне, она почувствовала огромное вожделение. Она стала тянуть его за одежду. Это было немного стеснительно для Кришны. Там же был Баларама и все его друзья. Кришна думал, как же я могу ей отплатить. Поэтому он встал ей на пальцы ног и своими пальцами рук он ее вытянул. Ее горб исчез. И посредством прикосновения рук Кришны она превратила самую прекрасную девушку в Матхуре. И увидеть прекрасную форму Кришны, она стала тянуть его и говорить: «Пошли ко мне домой, пошли ко мне домой». Кришна был очень разумный. Он сказал такие слова, которые как бы передали Балараме и другим друзьям, что он как бы ее отвергает, потому что это же очень низко, когда тебе кто-то говорит: «Идем ко мне домой, идем ко мне домой». То есть одним образом он как бы ее отверг. Он сказал: «Да-да, твой дом, он как раз подходит для таких путешественников, как мы». То есть это означает, что много-много уже мужчин были у нее дома. Таким образом Баларама подумал, что Кришна отвергает Кубджу. Но Кубджа поняла, что нет. Кришна, он пообещал, что он исполнит ее желание. Поэтому после того, как он убил Камсу и прошла погребальная церемония, Кубджа организовала, чтобы Кришна пришел к ней домой. Она украсила дом. Вишванатха Чакарвати Такур рассказывает, что она всякие такие фотографии и картины, полное вожделение, разместила на стене.
Она много всяких напитков приготовила, много вещей. Кришна пришел, Кубджа дал ей красивую асану для Кришны. Удава не принял асану, потому что он в настроении служения. Но настроение Кубджи было полно желания наслаждаться красотой Кришны и его телом. Но гопи не такие. Они не любят Кришну из-за его красоты. Они не любят Кришну из-за его качеств. Нет причины их любви к Кришне. Как Радика, она услышала звук Кришны, она тут же отдала свое сердце, но она не видела его. Поэтому према Радики, она не зависит ни от каких обстоятельств, как его красота или качество, потому что она его даже не видела тогда, но она полностью отдала ему свое сердце. В этом мире мужчина любит женщину, когда он видит ее красоту или деньги, или что-то другое. То есть в этом мире любовь, она по какой-то причине. Но любовь к гопи Кришне, она без причин, беспричинная. Если бы, видя хорошие качества, их любовь не растет, видя плохие качества. Ну, то есть у Кришны нет плохих качеств, но в лиле это может выглядеть, что Кришна беспокойный или он врет. Это как будто бы недостатки. Гопи видят эти недостатки. А любовь Радики, она не уменьшается. Поэтому Кавирадж Госвами говорит, это према, Кришна прему невозможно найти в этом мире. В этом мире према, она имеет какую-то причину. А у према Радики не имеет никакой причины. Но према Кубджи называется Садананрати. У нее как будто бы из пяти одна звездочка. Она любила только Кришну. Поэтому она получила 1% или одну из пяти одну звездочку. То есть саданан, это означает обычное. Но после Кришна дал свои лотосные стопы Кубджи, она обняла их на своей груди, и посредством этого запаха от лотосных стоп все вожделение было уничтожено, она пришла на определенный уровень бхакти. А выше, чем это, предана царис Двараки. Мы в прошлый раз говорили об этом. Их према разделена между сыновьями, дочерьми, родственниками. И их отношения с Кришной в основном связаны посредством замужества. Но према гопи называется самата-рати. Они могут оставить все что угодно для удовлетворения Кришны. Они могут оставить родственников, свою собственную репутацию, боязнь общества, боязнь того, что они пойдут в ад, всю дхарму и другие религиозные принципы. Гопи предлагают это в яге, в огненном жертвоприношении служения Кришне. Гопи, они могут оставить все, что угодно ради удовлетворения Кришны. Таким образом, что никто не может так сделать. Рукмини Деви так прославляет прему гопи. Гопи оставили все. Даже царица Двараки, у них есть уважение, потому что они ведически вышли замуж, у них есть позиция, у них есть сыновья и дочери, какое-то положение царицы Двараки. Их према называется саманьяса. Там есть причина. Но у гопи есть лишь одна причина. То есть любовь к нему, желание дать ему удовлетворение и счастье, нет другой причины. Вот почему гопи полностью завладели Кришной, чего не могут сделать царицы Двараки или Кубджа. В 10-й песне Бхагаватам царицы Двараки говорят Драупаде: «О, Драупаде, у тебя 5 мужей, как же ты их всех контролируешь? Как же ты им служишь так хорошо?» Когда Гуру Махарадж дал катху, как Драупаде служила им, какая дхарма севака? Она просыпается раньше мужа.
она никогда не говорит и ничего не делает, чего бы им не понравилось. Она никогда не дружит с теми, кто против мужей. Она всегда ест после них. Много-много вещей Гурудев объяснял. Каким образом своей любовью Друупади управляет своими мужьями. В наше время современные женщины хотят управлять мужьями силой. Я такая же, как ты, я сильнее, чем ты. Вот почему так много разводов. Говорят, что развод – это 100% вина женщины. Но тут же управляют севой. В Индии говорят, что мужчина – это босс, но все же знают, что женщина управляет всем. Она своим служением контролирует. Потому что когда муж любит свою жену, он никогда не будет делать что-то, что ей не понравится. Я не буду прославлять славу замужней жизни, потому что Шадвайти Махарадж это все сделает вместо меня. Как они служат Кришне, как они все отдают для Кришны. Когда царицы Двараки, вот это все спросили у Драупади, как одна женщина может руководить пятью мужьями. Мы здесь 16 108 цариц, и мы не можем управлять одним Кришной. То есть своими эмоциями, своей севой, своими движениями. Мы 16 108, но мы не можем управлять им. Но гопи, они, даже Кришна много лет находится не во Вриндаване, но до сих пор они руководят им, властвуют над ним. Сатибама разозлилась. Она ушла в свой мангат. Когда Кришна посмотрел, где же Сатибама, он понял, что Сатибама услышала славу гопи. И она приревновала. Она не смогла это терпеть. На самом деле, Санатана Госвами в своем комментарии он написал Брихат Бхагаватамриту, а также он написал свой собственный комментарий на Брихат Бхагаватамриту. Этик Дарша Деттика. Очень редко кто-то пишет комментарий на свою собственную книгу. Санатана Госвами, если бы не объяснил, как бы мы поняли. Сатибама, она на самом деле очень разумная. Она знала, как удовлетворить Кришну. В нашем мире женщина, она становится ревнивой и злой для того, чтобы принести боль своему мужу. Но Сатибама не такая. Этот ман – это тоже одна из изменений према. Это все делается для счастья Кришны. Кришна понял. Сатибама ушла. То есть она приревновала. Кришна разозлился. Он со злобы позвал Даси Сатибама и сказал: «Приведите эту глупую дочь Сатраджита сюда». В прошлый раз мы рассказывали историю Сатибамы. Сатибама, она очень артистичная и очень прекрасная. Она всегда удовлетворяет Кришну всеми своими поведениями. То есть, проявляя ман, она тоже делала это для того, чтобы удовлетворить Кришну. До этого мы не слышали чувства Кришны по отношению к Враджавасе. Мы слышали от Рахини, мы слышали, Баларам Прабху говорил, Удава. Но что Кришна сам чувствует по отношению к Враджавасе и Гопи, мы не слышали этого. Потому что говорится, что как только человек говорит «Я люблю тебя», вся према теряется. Как на Западе, сколько раз люди говорят «Я люблю тебя, я люблю тебя». Разводятся и идут к следующей. Вы видишь, на Западе все обнимаются, но это не према.
Потому что према слабая, поэтому она зависит от вот этих проявлений. Поэтому, как только према выражена, она потеряна. Гуру Махараджа говорит такое, дает такой пример, что, как, например, закрыта вся комната, и там зажечь благовоние, тогда запах будет очень концентрированный. Но когда ты откроешь все окна и двери, все будет потеряно. Мы не слышали, чтобы Кришна сам говорил, как он чувствует себя по отношению к Раджавасе. Поэтому Сатьябама, она очень разумна. Она проявила этот ман, чтобы весь мир, он слышал, как Кришна чувствует себя по отношению к Раджавасе. Когда Кришна зло сказал, приведите эту дочь, глупую дочь. Тогда даси пошли и сказали, о, Бхагаван Шри Кришна очень зол. Сатьябама услышала это, она встала, она омылась, помыла лицо. Она оставила свое настроение мана. Конечно же, царицы не бегут. Нужно просто быстро идти. Она пришла к Кришне, но она боялась подойти к Кришне. Поэтому она спряталась за одну колонну. Кришна понял, что Сатьябама пришла, потому что пришел запах от ее тела. Поэтому Кришна стал оскорблять Сатьябаму, ругать. Таким, но одновременно он прославлял гопи. Мы услышим. О, дочь Сатраджита, в прошлом ты проявила ман, когда я дал цветок Париджата Рукмини. Я уверен, вы знаете эту историю. Однажды на Радамуне он отправился на сваргу, на райские планеты, и он принес цветок Париджаты, райский цветок. Когда Кришна был с 16108 царицами, когда Нарадамуни перед всеми царицами сказал, «О, Кришна, дай-ка этот цветок своей самой любимой царице». И Кришна очень обеспокоился, потому что он говорит каждой царице, «Я люблю тебя больше всех, ты самая любимая для меня». То есть все 16108 цариц, они ожидали этот цветок. Нарадамуни часто так делает. Он какую-то сумятицу вносит в Кришналилу. Гуру Махараджа говорил, что если твой дом спокоен, пригласи Нарадамуни на обед, он обо всем позаботится. Кришна обеспокоился. «О, нет! Не могу теперь, я позже это сделаю». Но Нарадамуни сказал, нет, ты должен сейчас это сделать. Кришна закрыл свои глаза и отдал цветок Рукмини. Сатьябама очень разозлилась. Она отправилась в свой мангат, сняла все свои украшения, бросила. Ну, возможно, может, она не кидала, потому что ее ман не такой, как у гупи. Когда Радика входит в ман, даже черные гопи не могут прийти, чтобы совершать радарани севу, потому что они напоминают ей о Кришне. Поэтому все темные гопи, они покрывают свое тело сандалом, и они покрывают лицо свое, чтобы не было видно черного. Вы можете понять, насколько радарани думает о Кришне. То есть ман Сатьябама, он не такой сильный, как ман Радики, но есть какая-то тень этого мана есть и в Двараке. Когда Сатьябама вошла в ман, Кришна был счастлив. Он сказал, почему же ты злишься? Я всего лишь один цветочек дал Рукмини, но тебе я принесу целое дерево. Тогда он посадил Сатьябаму на спину Гаруди, убил демона Муда.
он убил его. И затем Кришна отправился к Господу Индре. «Пожалуйста, дай мне одно дерево». Конечно же, в саде Индре тысячи и тысячи деревьев, и они принимают ту форму, которую ты хочешь. Ты помолишься дереву, которое исполняет желание. «Я хочу пиццу с двойным сыром». Конечно же, на сварге никто этого не хочет, но это дерево немедленно даст это. «Я хочу прекрасную женщину», тогда это дерево превращается в эту форму. То есть ты получаешь все, что ты хочешь. И в садах Индры тысячи сотен таких деревьев, сотни тысяч таких деревьев. По милости Кришна он получил все это. Кто же ему дал еще? Но все равно эти деревья на райских планетах не такие, как деревья на Голоке Вриндаване. На райских планетах деревья не могут дать прему. Это как просить обычного золота. Но Индра из сумасшествия, из гордости, он не дал одно дерево. Все полубоги, даже включая Шиву, они напали на Кришну. Кришна их всех победил и забрал это дерево Париджат. И он посадил это дерево в саду у Сатьябамы. Сатьябама пригласила даже Рукмини на церемонию посадки этого дерева. Представляете, насколько Рукмини щедра. Она тоже туда пошла. Это слава Рукмини тоже. Кришна сказал, ты проявляла свой ман. Когда Рукмини получила цветочек Париджат, а теперь ты тоже проявляешь тот же самый ман. Когда ты видишь самую высокую прему в Раджа-гопи, о, глупая женщина, я подчиняюсь желаниям в Раджавасе. Ты что, этого не знаешь? Если бы в Раджавасе подумали, что я могу оставить все это и вернуться к ним обратно, я бы все это сделал за одну секунду. Я клянусь, я прямо сейчас это все сделаю. Если бы в Раджавасе захотели бы, чтобы я оставила вас всех, я это сделаю за одну секунду. Может он так сделать? Конечно. Потому что у него есть качество полного отречения. Тривикрама Махарадж один раз сказал, Кришна оставил все гопи. Он оставил Радику в Расалиле. Это написано в Бхагавате. Они говорят, потому что у Бхагавана есть полное вайрагья, полное отречение. Но Тривикрама Махарадж сказал, ну, преданным не следует слишком сильно медитировать на это качество. Итак, представьте, все Двараковаси, они услышали это, что если в Раджавасе бы захотели, чтобы я вас оставил, я бы за одну секунду это сделал. Все Двараковаси, они затряслись. Представляете, как Сатьябама, Рукмини, как же они испугались. В одну секунду Кришна сказал, он бы оставил Двараку и ушел во Вриндаван. После этого Кришна сказал, Господь Брахма сказал, и его слова не могут быть неправильны. В 10-й песне Брахма сказал, если Кришна продал себя семье Путаны только лишь потому, что она прикинулась, как будто бы она в Раджавасе, то что же он может дать в Раджавасе? Можно сказать другим образом. Кришна продал себя семье Путаны только потому, что Путана приняла внешнюю одежду в Раджавасе. Если Кришна продал себе семье Путаны только потому, что она прикинулась в Раджавасе, представляете, что же он отдаст настоящему Раджавасе? У Брахмы нет слов, чтобы описать это. Как Путана, она
Камса сказал, чтобы Путана убила всех младенцев, которые родились в последние 10 дней. Путана искала везде. Вишванатха Чакравати Такур говорит, что она убивала только младенцев демонов и асуров. Она не убивала младенцев гопов, гопи и ядовов, потому что они были защищены Ягамай. Путана искала. Она видела, как прекрасные гопи бегут в Гокул. И она подслушала, что же происходит. Какой-то там фестиваль? О, Нанда Баба спустя столько лет, Нанда Яшода, у них очень-очень привлекательный сын появился. Мы идем, чтобы увидеть этого сына. Они описывали его форму, что он темный, как дерево тамал, что как сапфир, что как будто бы Господь Брахма собрал всю сладость, спахтал ее в одну эту форму. Так они описывают маленького Кришну. Путана подумала, я тоже туда пойду и посмотрю. Я увижу, убью этого ребенка. Она переоделась в гопи. На самом деле она была так прекрасна, что все в Раджавасе были просто поражены. Мадхусудана Махараджа говорит, что Шукадев Госвами описывал форму Путаны в 5 стихах. То есть Шукадев Госвами тоже был погружен туда-то. То есть особая йогамая в этом есть. Что у нее была большая грудь и очень тонкая талия, как она идет, и колокольчики звенели. Раджаваси думали, о, что это за женщина, кто же это? Она выглядит как Лакшми. Но у нее нету лотоса в руке. Все в Раджавасе думают. Она была так прекрасна, никто ее не остановил. Она просто вошла в дом Яшоды. Даже мать Яшоды, она увидела, когда красоту Путаны, она подумала, может, это настоящая мать Кришны. Вот такая мысль пришла к ней, потому что она была очень прекрасна. Это вот такие чувства в сердце преданных, как смирение. Как же я могу быть настоящей матерью Кришны? Такие чувства. Таким образом, она взяла ребенка. Ты не знаешь, как заботиться о ребенке. Она стала кормить его грудью. Но на сосок она поместила очень сильный яд, чтобы убить маленького Кришну. Но когда она вошла в комнату, Кришна закрыл свои глаза. Много есть причин для этого. Кришна думал, она пришла одетая, как моя мать. Куда же мне ее отправить, какое же положение ей дать? Его глаза были закрыты, он думал вот так. Когда Кришна схватился за ее грудь, он стал давить ее, потому что молоко не выходило. Он стал кусать своими зубами и сильно давить. Это Путане стало сильно болеть. Кришна высосал весь яд, все анардхи Путаны и отправил ее на Голока Вриндаван. Кто же более милостив, чем Кришна? Кришна дал Путане положение, подобно матери, кормилице, только лишь потому, что она внешне пришла как гопи. Кришна дал такое возвышенное положение в духовном мире, положение матери. Кришна продал себя семье Путаны. У Путаны было 2 братьев. Их имена были Агасур и 2 брата Путаны. Кришна дал им тоже очень высокое положение, потому что они братья Вайшнава, получается, Путаны. 21 поколение Утама Вайшнав может освободить. Господь Брахма сказал, что если Кришна продает себя семье Путаны, только лишь потому, что Путана прикинулась в Раджавасе, тогда каков же результат получит настоящий в Раджавасе? Эти слова были сказаны, произнесены Брахмой в 10-й песне. Кришна рассказал это Сатьябхаме.
Слова Брахмы не могут быть ложными. И не могу отплатить доброму отношению в Раджавасе. Я всегда им должен. Я всегда преклоняюсь перед их лотосными стопами. Бхагаватам описывает. Кришна всегда следует за своими чистыми преданными и берет их пыль с их лотосных стоп себе на голову. Он думает, что преданный очищает все творение, но все творение находится внутри меня. Для того, чтобы очистить все творение, нужно поместить на голову пыль с их лотосных стоп. Кришна сказал, если бы я мог, я бы оставил вас всех и тут же отправился бы во Вриндаван. Но в Раджавасе они не были бы удовлетворены этим, поэтому я и не иду туда. Очень странные вещи Кришна говорит. В Раджавасе они как рыба вне воды. Как же рыба себя чувствует на берегу? Как, например, убрать драгоценный камень со лба змеи? Змея не может жить. Если убрать луну от птицы Чакуры, как же она страдает? Привязанность можно понять вот из этих примеров. Они не могут жить без своего самого любимого. Конечно же, в Раджавасе они в миллионы раз больше, чем рыба или птица. Кришна говорит, мы слышали, как в Раджавасе они готовы оставить свою жизнь в разлуке с Кришной. Почему же тогда Кришна не вернулся во Вриндаван? Однажды Гуру Махарадж объяснял, наверное, 2 недели, ну как минимум 10 дней Мадхуре он объяснял. Вриндаван и Мадхура, они и так рядом. Даже если возьмешь рикшу, это занимает 20 минут. У Кришны есть кони, которые могут двигаться со скоростью ума. Но Кришна, почему Кришна не отправился во Вриндаван? Он мог быстро туда добраться. Даже бы, если бы он пошел пешком, это заняло бы не больше 1 дня. Почему Кришна провел столько лет в Мадхуре, столько лет в Двараке? Конечно, Бхагаватам описывает, что Кришна только провел 3 месяца вне Враджа, только 3 месяца. После того, как он убил Дандавакру, Салву, да, брат Салвы Дандавакра, они сражались вне города Мадхуры. После убийства Дандавакры Кришна вернулся во Вриндаван. Но когда в Раджавасе увидели флаг, на флаг Гаруды, их голос прервался, они почувствовали такой экстаз, что не могли двигаться. Кришна возвращается. Санатана Госвами описывает, что Кришна находился вне Вриндавана только 3 месяца. Но у Кришна Лилы есть много прокош. Это как, например, в Кришна Баларам в храме есть много комнат. Моя комната тут, другие комнаты там. В тех комнатах они что-то делают, и я тут что-то делаю. В одном, как будто бы доме, много-много-много разных лил проходит. Прокоши это называется. В одной прокоше, в одном разделе, они не знают, что происходит в другой прокоше, в другой комнате. Никто не знает, что я делаю в своей комнате, я не знаю, что они делают в своих комнатах. Поэтому Кришна Лила, она проходит одновременно во многих-многих отдельных частях. По одной части Кришна отправился и вернулся с Мадхурой через 3 месяца. В другом прокоше Кришна вообще не отправлялся в Мадхуру. Он всегда был во Вриндаване. В другой прокоше из Мадхуры он отправился в Двараку и там еще 100 лет находился. Конечно же, у нас материальное понятие. Нам сложно понять. Но опять же, можно понять, что разные лилы проходят в разных прокошах. Итак, Кришна объясняет в одном настроении вот это все. Если я вернусь, в Раджавасе не буду счастлива. Санатана Госвами приводит пример. Представьте, кто-то, например, целый месяц ничего не ел. Он становится очень худой.
через месяц он не может просто съесть огромную там пиццу или чизкейк. Невозможно просто съесть все это. Что случится с этим человеком? Он умрет, или он не сможет вообще ничего есть. После того, как ты долго постился, нужно какой-то сок выпить или фрукты поесть. И тогда силы приходят. Спустя долгого расставания с Кришной, если Кришна придет и Враджаваси, они не будут счастливы, потому что им нужно будет долгое-долгое общение с Кришной. Но Кришна не может оставаться долгое время. Почему? Потому что есть много демонов, которых он должен убить. Есть много причин. Гуру Махарадж говорил, что если бы все демоны, он не убил Джаласандру и других всяких демонов. Я привожу пример. Все эти демоны, они пытаются убить Кришну. Даже после Враджа-лилы был Джарасандра, Вивида Горилла, Дурьодана. Кто еще? Что, я один должен обо всем думать? Много демонов было вне Враджа. Все эти демоны могли услышать, что Кришна отправился во Врадж, он там счастлив. Они тогда нападут на Вриндаван. Гуру Махарадж говорил, что у Вриндавана не было армии. Они всего лишь пастухи. Поэтому, если бы Кришна туда бы пошел и долгое время находился, он бы принес столько беспокойств Враджаваси, столько бы демонов пришло. Еще одна причина. Если бы Кришна пришел, тогда бы Враджаваси испугались бы. О, скоро он опять уйдет. Она бы чувствовали счастье от Даршина Кришна, но они бы не чувствовали полное удовлетворение, потому что они бы знали, он сейчас опять уйдет. Поэтому Кришна говорит. Поэтому, несмотря на то, если бы они меня увидели, их несчастье от чувства разлуки никогда не может уйти. Они бы все равно чувствовали бы беспокойство, думая о том, как я уйду. То есть это бы удвоило их беспокойство. Если бы в Враджаваси встретились бы с Кришной, они бы чувствовали бы сладость, но они бы знали, что он должен уйти обратно в Дварку. Поэтому во время встречи преданный не смог бы полностью встретиться с Кришной, потому что был бы этот страх разлуки. Гуру Махарадж говорит, что если бы я пришел бы на короткое время, я бы только удвоил их страдания. Может, месяцы тому назад я немножко говорила о этой Брихат Бхагаватамрите, и Диди говорил, Кришна, Диди так разозлилась, почему же он не вернулся во Вриндаван? Почему? 2-3 дня она вот так думала. Какое-то было злое настроение. Почему же Кришна не вернулся? Но все равно нельзя думать, что он жестокий и эгоист. Нужно. Ну, я, конечно, не адвокат Кришны, но все равно, в конце концов, Кришна делает все ради удовлетворения преданных. Бхагаватам говорится, Кришна говорит, все, что я делаю, это для счастья преданных. То есть разлука – это такое счастье. Конечно же, мы не понимаем, потому что мы никогда не встречали Кришну. Как же мы можем понять счастье разлуки с Ним? Мы не знаем ни счастья встречи, ни счастья разлуки. Мы ничего не знаем. Потому что в этом мире разлука – это только боль и страдания. Как, например, если кто-то умирает. Но это зависит, конечно, от того, кто умер. Ну, если теперь там пару человек бы умерло, я бы не думаю, что я бы какую-то боль испытывал. Но если какой-то родственник умирает, то ты чувствуешь боль и от разлуки. Наш опыт, он материален.
Например, если ты чувствуешь разлуку с едой или с водой, или с деньгами, ты чувствуешь страдания. У нас только вот эти материальные впечатления. Но это все вне наших материальных чувств или качеств. Но мы пытаемся это понять посредством слушания. Даже если мы не понимаем, но мы слушаем, мы все равно очищаемся. Поэтому эта разлука, она дает такой вкус, как и встречу. Однажды Гуру Махарадж говорил, что одно дело встретить Кришну. Это ты видишь одного Кришну. Но когда ты в разлуке, Радика, она видит Кришну в туче, в дереве тамал, в черных птицах. Даже бамбук, который какой-то звук издает, она тоже слышит Кришну. То есть в разлуке с Кришной она видит и чувствует Кришну везде. Она может почувствовать сладость миллионов и миллионов Кришн. Поэтому на самом деле разлука выглядит как несчастье, но на самом деле это полный экстаз. Кришна дает милость преданным посредством тем, что он вызывает разлуку. На самом деле преданные, они не хотят разлуку. Но разлука, она дает причину того, что очень много счастья, когда ты встречаешься. Но на самом деле, когда мы слышим, что разлука важнее, чем встреча, мы не должны так думать. Гуру Махарадж говорит, если бы разлука была важнее, чем встреча, когда Кришна приходил, тогда бы гопи сказали бы, просто иди отсюда. Но это же не так. Что же мы можем понять? Поэтому мы видим жизнь Чайтанья Махапрабху в основном в настроении разлуки. Разлука, которую чувствовала Радика, когда Кришна ушел в Двараку. Этот экстаз Чайтанья Махапрабху всегда испытывал его в Двараке, вот этот экстаз. Поэтому Махапрабху день и ночь он плакал. Иногда он стесывал свое лицо об стены Гамбира. Сварупа Дамодара и Рамананда Рой, они тоже плакали. Они старались произнести какие-то шлоки, чтобы дать спокойствие Махапрабху. Махапрабху, Лалита и Вишака, какова же сева для Радики? Они просто рассказывают о Кришне, о его славе, о форме, о лилах. А Манджари что же делать? Они что, только готовят? Нет. В разлуке они рассказывают о его имени, о его форме, о его лилах для того, чтобы принести счастье и удовлетворение Радике. Их сева, бхав мой сева. Кришна сам рассказывает вот все эти вещи. Если бы он нам не рассказал, как бы мы узнали бы об этом? Поэтому внешне это кажется жестокость по отношению к Враджавасе, но это такая милость по отношению к Враджавасе. Кришна объясняет. Не видя моего даршана, они беспокойны в жарящем огне разлуки. И они принимают прибежище у очень много сладких настроений и сумасшедших состояний. Они видят большие тучи и деревья, тамала, все, что напоминает их обо мне, они обнимают это. И они чувствуют, как будто бы сам Кришна их обнимает. Кришна говорит, да кому я могу это все рассказать? Кто во всей Двараке поймет все это? Гуру Махарадж говорит, это главная причина, почему Кришна отправил Удаву во Вриндаван. Потому что многие-многие в Раджавасе, они могут говорить между собой о форме, о лилах. Но с кем же он может говорить в Двараке? Ему не с кем поговорить. По этой причине он отправил Удаву во Враджу, чтобы он мог бы что-то увидеть там, вернуться, и Кришна мог бы с ним поговорить. По этой причине
Кришна говорит, кто же тут меня поймет в Двараке? Это как пустыня. А Враджа – это как лес премы. Больше мы расскажем послезавтра. Мы услышим, что Санатана Госвами описывает ман в Двараке. И чувство разлуки тоже есть в Двараке. Кришна говорит, по этой причине, Сатьябама, только лишь по этой причине я не иду в Врадж, потому что я не могу дать счастье Враджаваси посредством этого. Поэтому я остаюсь в Двараке, и я страдаю. Но мое страдание дает счастье Враджаваси. Кто же может понять? Ну, Кришна – это Мурти Према. По этой причине в Джайва-дхарме Бхактивинода Такур говорит, в конце концов, только Кришна является объектом премы. В этом мире мы все делаем для собственного удовольствия, а Кришна, он даже страдает для того, чтобы дать счастье преданным, Кришна говорил. Поэтому я не иду во Вриндаван. Потому что если бы я там был или меня бы там не было, это было бы то же самое. Пойду туда, будет чувство разлуки, останусь тут, чувство разлуки. Поэтому я женился на вас, на всех царицах Двараки, только лишь потому, что вы чуть-чуть похожи на гопи. Мы услышим больше послезавтра, как Кришна раздавил гордость Сатьябамы и рассказал всю эту славу гопи. Внутри Кришна чувствовал счастье. Послезавтра мы услышим все это. Итак, я спросил, о какой книге преданные хотят услышать. Многие преданные написали Джайва-дхарму. Джайва-дхарма – большая книга, но что же еще делать? Мы еще не знаем, сколько будет продолжаться этот карантин. Хорошо, немножко таттва-сидданта иметь. Конечно, лила, она не привязана ни к чему. Но все равно мы не принимаем полное прибежище у лилы, потому что таттва-сидданта – это основа для нас. Джайва-дхарма прекрасна. Бхактивинода Такур исследовал Джайва-дхарму всю свою жизнь. Тот получит прему точно в своей жизни. Может быть, по одному разделу в день. Многие люди говорили, что прочитали, но так и не поняли. Я не знаю. Сначала закончим Брихат Бхагаватамриту, а потом продолжим с Джайва-дхармой. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Hare Hare Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Go Prema